Привет, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня выдался очень пасмурный осенний день. Сегодня 15 октября 2017 года. И я смотрю на свой пруд из этого окошка. Вот из этого окна очень хорошо виден пруд. И его обитатели не пугаются, когда я на них смотрю. А обычно, когда выходишь прямо непосредственно к пруду, то рыбки и жабки пугаются и уходят вглубь воды. И не хотят, чтобы на них смотрели. И особенно снимали на камеру. Очень жаль, что наступила такая пора, осень, похолодало, и вот на водной поверхности пруда видно, что идет дождь. Видны капельки дождя. Я снимаю этот пруд из окна. Все свои растения водные я обрезала до водной поверхности, ну почти все. Еще нужно обрезать биоплата, подготовить хорошо к зиме. Рыбки вот начали плохо кушать. Это первый признак того, что рыбы готовятся к зимовке. Сейчас я кормлю своих рыбок. У меня водятся здесь карпы кои и китайские караси. И сейчас они мало резвятся. Они вообще сейчас не резвятся на поверхности воды, а где-то находятся в глубине, в толще воды и кушают очень мало. Сейчас я их кормлю один раз примерно в 3 дня. Зимой рыбок вообще не кормят, потому что они спят. Они залегают в самое глубокое место в пруду. Здесь у меня самое глубокое место 1,5 метра. И там рыбки будут спать всю зиму. Вот моя собачка вышла. Она услышала в окно, что я здесь, и, наверное, хочет, чтобы я ее пустила в дом. Вот. Когда закончится дождь, я выйду на улицу и буду готовить пруд к зимовке. То есть я обрежу все растения до поверхности воды, как вот здесь в пруду. Вот остался еще рогоз узколистный, необрезанным. Вот, и за мостиком вы видите биоплата. Там все растения пока что не обрезанные. Их нужно обрезать до поверхности воды, ну, чтобы эти замерзшие надземные части растения потом не засоряли воду. И вот вы видите, за забором большие растут у меня вербы. Большие, огромные, красивые деревья. И когда дует сильный ветер, ураган, то эти листья летят ко мне за забор и, конечно, падают на водную гладь моего пруда. И пруд надо время от времени очищать от этих листьев и от всякого другого сора, загрязнения. И, конечно, не хочется, чтобы была зима. Мне хочется, чтобы это время еще продлилось. Осень, прекрасное время года, осень, когда не жарко и не холодно. И прощаюсь с вами, до свидания. До следующей встречи на моем канале. С вами была Тала Хухрянская. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Может быть, увидите что-то интересное для себя. Всем пока!